Преподобный Иов – удивительный подвижник, живший на Руси в XVI и XVII веках. Он уже в 12-летнем возрасте так преуспел в иноческих подвигах, что был удостоен пострижения в монашество. Святой был известен величайшим благочестием, и в 30 лет по просьбе князя Острожского он возглавил крестовоздвиженский монастырь близ Дубна, коим успешно управлял в течение 20 лет. Однако жажда подвижнического уединения всегда жила в нем, и, поддавшись наконец-то стремлению души своей, преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в уединенной пещере близ древнего Успенского монастыря, прославленного своей чудотворной Почаевской иконой Божьей Матери. Братья обители сей сразу полюбили этого святого отшельника, и все вместе монахи избрали преподобного Иова себе во игумены. Должность настоятеля святой Иов исполнял с большой ревностью. Был всегда ласков, разделял с братьями все монастырские послушания. Когда же пришла пора защищать православие и русскую народность от врагов литовцев, насаждающих католическую унию, преподобный специально отправился в Киев на созванный собор, дабы вместе со святыми отцами отстоять родную и истинную русскую православную церковь. Вернувшись в свою Почаевскую обитель, преподобный по несколько дней затворялся в своей пещере. Иисусова молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца. Однажды во время молитвы святого пещеру ту осиял небесный свет. Представился ко Господу преподобный, прожив более 100 лет в 1651 году после 50-летнего управления Почаевской обителью. Десятое ноября. День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.